Всем привет! Уже начинает отцветать у меня вот такая вот орхидейка. Бульбофилум амбросия. Тут я себе писала, где он растет. Мшистые, вечно зеленые леса. То есть ему нужна влага, тень. Ну, он так и содержится у меня. Стоит на полке поглубже, чтобы меньше ему света попадало. Там у нас мух, чтобы хоть как-то не быстро просыхал, да. Ну, корзинка, конечно, довольно-таки открытая, и все равно просыхать как бы надо, да. Тут я палочки тоже вставляла. Кстати, палочки, вот кто пользуется, кто не пользуется. Я раньше пользовалась, но бывает такое, что палочка сама по себе влажная, а мох уже давно просох. Кстати, бульба чья-то, не его. И бывает такое, что я откуда-то отвалившуюся куда-нибудь подкладываю, и потом даже забуду, что это. У него такой сильный аромат, несмотря на то, что они такие мелкие. Вот, да, цветочки масенькие. То есть их тут вроде как, ну, было побольше, несколько штук уже отцвело, но они тут вот еще держатся, да? Вроде бы их тут и не видать, где там эти цветочки, но запах стоит на всю тепличку. Очень сильный у него аромат. Ну, не такой, чтобы вот прям аж задыхаться, да? А приятный, приятный. Я не знаю, что это такое знакомое, что это за цветы. Но он такой сладковатый. Очень приятный аромат. Вот не умею я ароматы описывать. Кто-то там какую-то изюминка такая-то. Вот молодцы, мальчики, девочки, кто умеет рассказывать. Я нет. Приятный, могу сказать, приятный, неприятный. Воняет или пахнет? Он пахнет. Очень приятный аромат. Такой нежный. И вроде бы где там эти цветочки, да, я повторюсь, но от него... Вот от этого куста очень такой сильный, приятный аромат. Очень он мне нравится. Вроде как громоздкая что-то, да, бандура такая. Ну, мне она нравится. Она висит в таком подвешенном состоянии летом. Сейчас она просто на полочке стоит, просто из-за нехватки места. Ну, потом обратно эта конструкция будет использоваться, когда все обратно выйдут на улицу. Когда же я тебе покупала? А когда же я тебе покупала-то? Не написано. Странно. Ну, он у меня уже несколько лет. И я его уже несколько раз пересаживала. И пока вот это вот нашла, что ему более-менее понравилось. То одна у нас корзина была, то другая. Ага, вот у меня, кстати, есть. В 17-м году, вот как давно, в 5-м месяце. И, кстати, он был, по-моему, в прошлом году мне кто-то показал, подсказал, как он именно называется. Я его покупала под вот этим вот названием Бульбофилум Афине. Афине. И у кого-то из девочек, я забыла, был точно такой же, по-моему. И поэтому мне его определили, что это у нас амбросия. Вот, да, даже такая вот история есть, я про нее вспомнила.